Глава региона Евгений Куйвышев поставил перед правительством области и органами местного самоуправления задачу провести подготовку инфраструктуры к зиме на максимально высоком качественном уровне и принять исчерпывающие меры для того, чтобы своевременное начало отопительного сезона было обеспечено в каждом муниципалитете. На сегодняшний день системы централизованного теплоснабжения включили 52 из 94 территорий. К сегодняшнему дню в целом по области тепло получают почти 4% жилищного фонда и 22% объектов социальной сферы. Включение системы централизованного теплоснабжения в оставшихся муниципалитетах, по словам Николая Смирнова, осуществляется в соответствии с графиками и завершится к 1 октября. Сегодня о готовности Полевского городского округа к запуску тепла на аппаратном совещании доложил мэр Полевского Константин Поспелов. Не вижу никаких сложностей, потому что все достаточно хорошо организовано по северной части и по нашим северным селам. Волнуюсь за своевременное начало 19 числа по южной части. Во вторник я встречаюсь с руководителями ГАЗЭКСа для, надеюсь, снятия вопросов по подаче поставки газа в условиях наших огромных долгов и наших партнеров. Я имею в виду новую энергетику, поэтому здесь нужно будет мне договориться и получить согласование о подаче газа. С другими ресурсоснабжающими организациями по южной части города вопросы решаются тоже в рабочем порядке, поэтому теоретически вот в этой части экономической я очень надеюсь, что разрешения такие будут получены. Немного беспокоюсь за техническую часть. Конец прошлой недели и все эти выходные дни, значит, коллеги под руководством Андрея Валентиновича вместе с коллегами с новой энергетикой, МУП ЖКХ, который, я напоминаю, что сентябрь месяц еще работает как хозяйствующий субъект, проводили работы на сетях. И вчера начали заполнять сети. Значит, половина, значит, поправляйте меня, 1500 кубов заполнено, да, еще необходимо заполнить, это сегодня случится к исходу дня, значит, завтра мы готовы к опрессовке. Напомним, за период летней ремонтно-восстановительной кампании на Среднем Урале подготовлено около 83 миллионов квадратных метров жилых площадей, 1500 котельных, 15000 километров тепловых, 12000 водопроводных и 6500 километров канализационных сетей. Из бюджета всех уровней и средств организации жилищно-коммунального хозяйства на подготовку региона к зиме, сообщил министр ЖКХ, было направлено почти 5,5 миллиардов рублей. Из них около 1,3 миллиарда составили деньги областного бюджета. Ольга Фролова, Алексей Крепанов. Новости «Твой день».